Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы в моем разделе «Назад на рыбалку в СССР. Ретро. Ностальгия». У кого ностальгия по советским рыболовным снастям, или кто хочет узнать, какие снасти были в Советском Союзе, милости просим к нам. У нас будет много обзоров советских катушек, блесен, зимних ящиков для рыбалок, удочек, спиннингов и многого другого. Давайте начнем. А сегодня я поговорю об очень интересной удочке. Удочка, она старинная. Какие-то части были заменены у этой удочки. Давайте рассмотрим ее поближе. Сразу хочу вам показать. Если видно, тут написан артикул 1C и цена 1 рубль 50 копеек. Вот он. Если видно. 1 рубль 50 копеек. Что хочу сказать об этой зимней удочке Советского Союза. Удочка выпускалась на промкомбинате «Рыболов-спортсмен». Зимняя вот такая вот удочка. До 1968-70-х годов. То есть удочка достаточно уже старая. Ей как минимум больше 50 лет или 50 лет ровно. Вот такая вот удочка. Что мы видим? Шестик, я скажу сразу. Шестик этот не родной. Шестики такие вы все знаете. Цена 50 копеек. Завод «Сатурн». То есть производил их. Клеймо завода «Сатурн». Здесь смотрите, вместо этой пробки. Вместо этой пробки. Пробки тоже. Вот это не было. Конечно же. В начальной комплектации. Здесь пластиковая была пробочка такая, на ней тоже, если не ошибаюсь, что-то было написано, указано. И здесь, смотрите, удочка достаточно простая, удобная, удобная, как бы, такая ручка. Похоже, удочку чем-то я показывал, это Сатурн удочка, но прошу не путать. Здесь, смотрите, шестик вот устанавливался, вот такое отверстие было, и устанавливался шестик. То есть вот так мы устанавливаем шестик в собранном виде. При транспортировке мы шестик вот устанавливаем в это отверстие. Также мы этот шестик достаем и устанавливаем, как бы, вот у нас уже удочка в сборе готовая. Здесь смотрите, как я говорил, уже артикул идет 1С и цена 1 рубль 50 копеек. Здесь вот отверстие для лески сделано. И здесь удочка регулируется, то есть вот мы крутим вот такую пластиковую гаечку, то есть видите, удочка уже, леска уходит вот туда-сюда. Достаточно, кстати, хорошо леска уходит. Конструкция наипростейшая, тут никаких нету кнопок, ничего. Вот, смотрите, обычная катушечка, самая простая. Вот она, самая обыкновенная катушка. Давайте закрутим эту пластиковую гайку. В длину она, то есть 23 сантиметра. Если брать в сборе, это шестик неродной, с неродным хлыстиком, 47 сантиметров. Вот такая вот интересная удочка, которая уже 50 лет выпускалась на промкомбинате «Рыболов-спортсмен». Как бы еще хочу сказать, если не ошибаюсь, эта удочка очень похожа уже на удочку «Сатурн-3», но это более ранние, как бы, модели, вот такие, которые выпускались на «Рыболове-спортсмене». Как бы, как всегда, пишите в комментариях, у кого была такая удочка, кто что ловил с такой удочкой, какие трофеи, мне будет интересно. Как бы, а на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока!